привет! Меня зовут Иван Турубар, а это мой папа Николай Турубар. Это программа Junior Show. В этой программе, в этом выпуске я, как самый растолстевший, решил показать самые спортивные игры на игровой консоли Xbox One и Kinect. Что у нас за игры, Ваня? Покажи камеру. Игры у нас называются Kinect Sport Rivals и Just Dance. Kinect – это вот такой вот гаджет, в котором несколько HD-камер и микрофон. Он крепится по центру телевизора, сверху или снизу. Делать обзоры на игры, поддерживающие Kinect, очень просто, потому что игровые персонажи повторяют все движения, которые делаете вы. Подключил и играй, геймпад не нужен. Разумеется, под Kinect отлично идут спортивные и активные игры. На одном диске Sport Rivals сразу 6 игр. Футбол, боулинг, скалолазание, гонки на катерах, стрельба и теннис. Кстати, настройка Kinect под себя – это как отдельная, не менее увлекательная игра. Что делать, говори. Вот так вот пинаешь мячики, а потом вот так вот набиваешь. Как обезьяна? Вот так вот? Как угодно. Я так делаю. Срабатывает. Так, что делать, говори. Где я? Пока ты просто вот и блокировал. Так я блокировал? Так я блокиратор? Вот по этой территории они двигаются, да, вот по этим? Да, где линии. Послуй, послуй синенькую. Если ты сейчас на меня нападешь... А ты же так я ударил? Я ударил не вот так вот, а я когда ногу поставлял, я вот так вот... О, там чуть... Just Dance – самая известная танцевальная игра, в которой надо повторять с движениями виртуальных танцоров, зажигающих под известную музыку. По итогам каждого выступления тебе выставляются баллы, как в караоке. И, конечно, ты можешь соревноваться с друзьями, чтобы узнать наверняка, кто из вас лучший. Эй, пап, ты что, заснул, что ли? Нет. Давай Just Dance тестировать. А, я уже протестировал. Когда? Неважно. Во-первых, сожми ладонь, чтобы взять шар для боулинга. И не отпускай. Переступай влево-вправо, чтобы прицелиться. Махни рукой вперед и разожми ладонь, как будто выпускаешь птичку. Свобода, лети. А с ней шутку. Да вообще шутник у нас тут тренер. Знаешь, все тренеры шутники. Ну, я тоже заметил. Ты поучиться у него надо. Мастер. Ни одной. Ни одной. Смотри и учись. Смотри, как делает мастер. Ни одной. Пимс, пимс. Ах, одна осталась. Я сделал крученый, блин. Страйк! Признаться, давно с таким кайфом не играл в игры. Kinect — это самый полезный, на мой взгляд, семейный аксессуар для геймерской консоли Xbox One. Все игры очень легкие и веселые. Здесь ты одновременно и занимаешься спортом, и играешь за компьютером. Но ты не сидишь за компьютером, а ты двигаешься. Меня зовут Иван Турубар, это мой папа Николай Турубар. Это была программа Junior Show. Всем пока!